Приветствую вас на Wall Street Online и, как всегда, по пятницам. Рассмотрим основные фьючерсные рынки, немножко задержкой, но запись будет доступна совсем скоро. Итак, с вами Миша Лемах, и мы приступаем. По событиям, которые ждут нас на следующей неделе, стоит отметить в Китае национальный день. Он отмечается 1 октября и следует затем золотая неделя, там называется это так, то есть когда праздничные дни совмещаются с выходными и, соответственно, золотая неделя. Китайцы очень любят в этот момент заниматься туризмом, путешествовать, соответственно, по экономическому календарю, вы посмотрите, вся неделя в Китае будет национальный праздник, ну, собственно, выходные. Соответственно, восток на следующей неделе движение рынка будет принимать меньше участия, соответственно, немножко ликвидности с их стороны будет меньше, и я думаю про вот эту строительную компанию, которую все на каждом углу обсуждают, ее банкротство. Как по мне, относительно этой компании, вообще этой ситуации, целенаправленно занижают стоимость акций, чтобы просто аккуратненько хорошее дело купить. Вот это банкротство, когда в каких-то банках или компаниях крупных, чуть ли не там масштаба страны, происходят какие-то такие вещи, это все очень тихо проходит. Вспомните, в 2008 году огласили о том, что в этом банке, который обанкротился первый, чуть ли не день в день, когда он обанкротился, никаких заранее, ничего, просто вот до последнего держали в секрете, только потом всем объявили, что это токсичный банк, набрал очень много токсичных инструментов, то есть впарил их клиентам и людям. Ну, в общем, кто-то целенаправленно занижает стоимость акций вот этой строительной компании китайской, чтобы ее аккуратненько скупить как можно дешевле. Как по мне, это вот ситуация вся с этой компанией, и раздувается этот весь пузырь новостной именно по этой причине. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Так, процентные ставки на вторник, 5 октября, в 6:30 утра. Отчитается Австралия. Да, у них сейчас 1/10, и, соответственно, останется на том же уровне. Далее у нас получается, ну, кроме китайского праздника, еще будет публикация протоколов заседания Евроцентробанка по монетарной политике, 14:30, четверг, 7 октября. И 7 октября по США число первичных заявок на получение пособий по безработице. Абсолютно похожий отчет, именно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в пятницу, 8 октября. Тоже касаемо вот трудоустройства. Эти отчеты, по сути, уже в последнее время ничего не показывают. Если не ошибаюсь, кто-то сказал, кто-то из, именно, я не помню, из знакомых, или кто-то в интервью сказал, что американцы вот с вот этими всякими программами смещения, особенно последняя вот эта, которая локдаун коронавирусный, раздавали деньги, и все, американцы просто не хотят работать. Зачем, если есть субсидии, есть разные вот эти пособия, соответственно, безработных будет все больше, автоматизация, роботизация забирает эти все рабочие места. Кто бы что ни говорил, там процентов 80 рабочих мест в Америке — это в сфере услуг. Соответственно, вот эти отчеты, они уже не объективно показывают ситуацию в экономике страны. Ну, вы сами видите, в какой год растет S&P 500, а оттуда только и разговоров про инфляцию или еще что-нибудь. Ребята, там столько чего мы не знаем, поэтому тут, если бы узнать все, может быть, мы вообще по-другому на это бы все посмотрели. Ну, в общем-то, все события на следующей неделе, которые нас ожидают, в целом, более-менее спокойная неделя. Я думаю, если новостные средства массовой информации не добавят каких-то катализаторов и триггеров, соответственно, будем идти в том же ключе. CL. Значит, перед вами котировка с 8 марта 2021 года. Как вы видите, последние несколько контрактов, ну вот в частности октябрьский, немного сентябрьского, объемы были не столь большие. В районе июльского контракта, то есть вот, совсем немного. И вот на этой неделе уже превысили планку 400 тысяч контрактов. Значит, как вы видите, синим фильтром все, что выше 400 тонн и за практически котировка полгода,
тут буквально там 15 торговых сессий из всех. Вот, но не только одна сессия была суперликвидная, но также было еще два торговых дня. Это, прошу заметить, на локальном хае, то есть вот экстремум, они подходят к возможному пробитию с 77-й. Перед вами также есть 4 уровня по опционам, берите на заметку, там указано количество объема на каждом уровне. И я отметил уровни поддержки и сопротивления, то есть это будут те, которые с текущего контракта. То есть смотрите, рост также сопровождается и ростом объема, что в принципе неплохо для тенденции, но рост, который был на прошлой неделе, он в принципе был на ну как бы однородном объеме, без сильного скачка, то есть 283, как вы видите, даже несколько сессий было без изменений, 294, 283, это как бы практически один и тот же объем. На этой неделе 282, то есть это продолжение 283 объем, то есть один и тот же объем. И немного вот в середине недели было, ну, волнение как бы до 446 тонн. Пятница резко перестал интерес к нефтянке у трейдеров восходить. Давайте посмотрим по открытому интересу, какая ситуация. Значит, по этому контракту октябрьскому, вернее ноябрьскому, открытые позиции были вот как раз для раскачки выше 73, и начинается фиксация постепенно. То есть, как вы знаете, неделю грузится, 3 недели разгружаются. Вот, поэтому нам нужно смотреть следующий контракт. Давайте сразу же зафиксируем на этом контракте. Вся неделя была на дельте на шорт. 28-го была фиксация. Явно фиксировали вот этот весь рост, который шел одну неделю, вторую, третью. Соответственно, с 64 на 76 $10 движения тут явно бы зафиксировал любой из вас. Соответственно, очень плотный коридор в результате 68, 67 и 40 плотно на покупку. Также идет вот 70,5 по 71,3 и плотный коридор 72,75. Вот. Но были байеры, то есть тут есть крупные бигтрейды, вот такие кружочки. Здесь их идет аж 4, все на шорт. То есть фиксация плюс, возможно, даже сброс на продажу. Значит, на нефтянке регулярно проходит вот такая вот модель реверсивности. Вот она у нас дублируется. Раз, дублируется два. Соответственно, то есть напрашивается повтор такого сценария. Если до 70-й дают как бы коррекционный момент, вполне можно попробовать нащупать уровень поддержки, потому что здесь они как раз раз, два, три раза покупали, 4, 5, 6, 7, это все на одном уровне, в районе 68, 67. Вот, повторно могут здесь уровень удержать. Ну, максимум до 69,5 отпустить ситуацию. И можно взять вот этот реверсивный возврат обратно. То есть вот это, чем сильнее они откорректируются, как вы видите, это происходит буквально. Буквально за несколько дней. То есть особенно один ударный обязательно. Вот в данном случае здесь получается у нас 65, ну здесь шаг цены 0,5. И обратно точно такая же сессия сразу же возвращается. Поэтому здесь, в принципе, вот главное не упустить момент. В случае, если все-таки будет сброс стопорей, а это не исключено, то есть могут дать такой маневр выше 77 и потом резкий возврат обратно. И закрепление цены там в районе 75. Ну, в целом, вот такая ситуация. Давайте посмотрим следующий контракт декабрьский, который будет уже попрохладнее. Поставку. Так, здесь то же самое. Как бы 3 дня на шорт, именно те ликвидные, которые были на ноябрьском контракте, четверг особенно, то есть в этом случае тоже здесь биг трейды есть, поставка в декабре. В общем, делайте выводы, я вам показал 75.45 на декабрьском контракте цена, на ноябрьском цена 75.74, идентично. Вот, соответственно, неделя закрылась фактически там, где открылась, поэтому ждем, кто расширит коридор. Уровни сопротивления поддержки я указал, покажу сейчас еще ядро, по сути, как раз вот в районе 75 плюс-минус 4 дня простояли, там весь объем и там вся дельта на шорт. Соответственно, как только ныряет цена ниже 74-65, вполне есть шансы, что начнется нисходящая динамика. Ну, вот единственное, что 74-73,3 надо проверить, чтобы продавили как бы. И хороший саппорт это 71-70.
Пара евро-доллар. Здесь, получается, была неделя в новом контракте Flat Web прошлая. То есть 5 сессий просто простояли в районе 176-172. И на этой неделе они осмелились выйти. Причем только одна сессия была супер волатильная, это вот как раз под среду. И четверг-пятница застыли просто в ожидании. И отмечаем, соответственно, 28, 29, 30 число, ключевые торговые дни в этой торговой неделе. Обратите внимание, что ядро у нас с дельтой, вот 173,5-6,3 тонны на покупку. И в принципе, вот 169 по 175, все на дельте на бай. Буквально там 169 чуть ниже вот штука, потом 167 немножко дельты и все. Все остальное на покупки. В целом, по открытому интересу был прирост позиций вплоть до четверга. Пятница осталась без изменений, и дельта у нас идет вот такая, фактически с начала контракта. То есть вот этот вот 162 уровень вполне могут расширить на покупку, причем так агрессивно. В противном случае я отметил уровень 162, ну максимум 165. Это вот, если это ценовой уровень, я вам покажу просто почему. Слева колонка агрессоров на продажу, справа на покупку. Здесь ровно вот именно в одну цену 162 идет постоянно неплохое ликвидное давление со стороны продавца. Собственно, вот такая вот 165 здесь, да, 165 остается. Тут рядом 164,5, 800 контрактов против 2,7, то есть 2,9 против 5,6. То есть неплохой уровень сопротивления, поэтому плюс еще здесь WP будет проходить с понедельника. Ну, как бы с опережением выставил. Вот. Обратите внимание, что падение полностью 9 тонн на покупку. Я смотрел индекс доллара, там в целом ситуация зеркальная, но похожа. То есть идет рост, и рост идет как бы с отрицательной дельтой. На других валютах идентично. То есть вполне стоит ожидать возможного резкого возврата на 169, а то и может быть на 17. Без снятия стопорей может не обойтись, поэтому будьте осторожны. Два уровня, которые могут вот еще удерживать. Если же евро не может пройти даже 162, это явный признак того, что мы видим агрессивность селлера. Биткоин. Вторую неделю как бы практически 90% времени провел в коридоре 45 тонн по 41,200. И раскачали немножко по ликвидности. Вот каждую пятницу, как вы видите, идет неплохой объем именно перед выходными. Все хочу узнать, в чем причина. И тут у нас идет плотный коридор. Вот 42,600, 42,10 на сопротивление, 127, 125, 129, дельта. И сразу же 42,600 на покупку и пошли. То есть дальше идет 43,300, 43,900, 44. Значит, давайте посмотрим по открытому интересу. Входят, выходят, и у нас получается за две недели дошли до уровня 5,4 и в целом его пока так и не осилили. То есть буквально немного зафиксировались, но открытие позиции было незначительное. Соответственно, ну, на пробитие как бы 45 тысяч за биток, ну как бы за контракт за биток. Давайте посмотрим по дельте. 340 лошадей, вот кто-то прикупил, это явно где-то на хаях. Кто-то там продавал, давайте посмотрим. Ну да, вот здесь суммарно наберется как бы такой объемчик. И, собственно, по этой причине у нас так выросла резко цена. 48,3 пятерки на хаях так и застыли. Если не дадут пустить ниже 47,700, это очень хороший показатель того, что покупают дальше биток. В противном случае вполне можем легко откатиться опять на 45, если мы пройдем ниже 47,200, 47,100. Ну, как бы стресс-тест получился, походу. Вот, объемы есть для этого движения, поэтому не исключено. Вполне могут оставить и выше пойти. Потому что там на хай недели, хай дня, на локальном хай идут дальше покупки, причем плотно. Соответственно, вполне есть шансы. И застыли как бы на хай неделе. По золоту. Традиционно каждый четверг достаточно ликвидный. Уже вот, последние несколько, три недели фактически. И ключевые ударные дни были в основном на продаже, то есть в каждой неделе. Продавили, стоят 2-3 дня
особенно вот последние тенденции с четвергом. Соответственно, ударили, четверг, пятница простояли, буквально корректировочка, дальше идем на снижение. То же самое было на этой неделе. Ударил четверг, пятница в том же самом ядре, и следующая неделя на снижение. Но в этой неделе как раз все происходит наоборот. У нас получается ударная сессия, это четверг, и он идет на покупку, open close очень отличный, с пятницы висит в ядре как бы четверга, потенциально, ну, может быть какая-то коррекция, опять же, ядро среды и четверга мы комбинируем от 17.40 по 17.35, и, соответственно, это допустимая коррекция, которую стоит учитывать. Ну и 28 по 32, вы сами видите, плотненько затарились на бай. Давайте посмотрим по дельте. По дельте все абсолютно противоположно, то есть мы как бы не обращаем внимания, да, на то, что четверг-пятница на одном и том же уровне торгуется как бы уже с начала сентября, то есть с осени. Бизнес-сезон начался, и там формируется дельта на бай, вот этот коридор, вот еще один коридор. Соответственно, пару сделок было на шорт, это 17.63, вот здесь эти бигтрейды крупные два. Вот. Но помимо их есть также и крупные бигтрейды на покупку, вот если вы присмотритесь. Соответственно, если не пустит понедельник ниже 17.50, то есть ниже лоев в пятницу, вполне можем увидеть золотишко повыше. В противном случае ловим их на 17.40, 17.42. Тут как раз бигтрейд вот на 17.43, сори. Вот, это было золото. Рубль. Как вы видите, по текущему контракту это пиковая ликвидность. То есть до этого был рекорд 2.9, два раза на одной неделе. На этой неделе поставили рекорд 3.4. Бывало и по более ликвидности, но в целом стоит присмотреться. Тот момент, что здесь открылись, сходили выше 3 дней и потом вернулись обратно и торгуемся на 73.703, явно вызывает какое-то подозрение. То есть, как минимум, хотя бы интерес. Соответственно, из агрессоров на шорт у нас идет такой плотный коридор, как раз здесь 73.800 с копейками и 73.720. Это вот диапазон очень плотный. По открытому интересу также есть интерес у участников рынка. Буквально четверг немножко за подстопили, то есть остановились, торговались на уровне среды. И пятница вот сейчас делает выход, грубо говоря, скорее всего, снятие стопорей. Вот те, кто здесь шортил, вот их не стопори повылетали. И цена сейчас на минимуме пятницы и, по сути, там среды и четверга. По дельте смотрим. У нас получается покупка была 28-го, байеры были более агрессивны. Этот уровень, вот этот плотный дельта массив, он еще тянется с 17 числа, в этом же коридоре покупают. Потом идет пит-стоп, соответственно, дельта на шорт, это само собой. И идет 30.09, такая достаточно нейтральная ситуация по дельте. Если же все-таки продавят 73.500, у нас получается ликвидность пиковая. И давайте посмотрим по макс-трейду. Все максимальные трейды идут на покупку. То есть крупные биг-трейды идут в основном на покупку. Вот байер. Соответственно, давайте заглянем на Spotius, чтобы расставить все точки над «и». Итак, по Spotius у нас получается вот такая активность по дельте. Очень плотная локация на покупку. Это 72.75 по 72.95. Просто плотняк. Здесь вот можно взять 72.90 по 72.75. Имеется как же 72.65 по 72.70. Тут немножко продавцов. Они уже вторую неделю там себе обустроили как бы уровень. Но 4 сессии с 5 на покупку. То есть, в принципе, здесь заслуженно как бы идет пока активность байера. Но ценник 72.73. Очень удивительно. То есть, вполне может быть там 73.15 просто остановили, как бы все, дальше не пускаем, без понятия. Но в целом, как бы вот 73 по 72.85 достаточно плотно. По итогу, как вы видите, там 450 тонн дельта суммарно по всему коридору 73, я имею в виду временному периоду 73.20. Так раз вот. Но в целом не пробили как бы 72.5 на снижение и, соответственно, и фьюч как бы показывает на возможный рост, возможно, как бы и в ближайшее время увидеть его. В целом, как бы 73, 72, 73, если будут все-таки снимать стопори и потом идти на покупку, это даже на руку, вы сможете подешевле как бы это все дело прикупить. Но в целом ситуация вот такая, то есть 4 сессии из 5 байеры преобладают, вот. И по ликвидности 1 октября более ликвидно, чем
Но Open Close, как вы видите, идет на продажу. То есть открытие-закрытие тоже на продажу, но дельта идет на buy. То есть вполне могут скупать вот этот весь нисходящий как бы пятничный шорт, и, соответственно, в понедельник это все дело быстро может вырваться на покупку. Посмотрим. То есть в целом как бы плотность, я вам отметил, уровни, берите на заметку. И напоследок S&P. Так. Обратите внимание на четверг-пятницу. Очень волатильные два дня. То есть идет волатильность на шорт. Соответственно, затягивают шорты. Ликвидность 2,3 и тут практически 2. Ну, 2 с копейками. Значит, у нас получается два ядра на этой неделе сформировали на уровне 73,50. На той неделе, ну, через неделю тоже на этом же уровне, соответственно, практически сюда переместили ядро контракт. На следующей неделе как раз сюда ядро контракта и перенесут. И происходит вот такой вот тендемчик как бы на шорт, буквально сколько там, 121 бакс, и на buy 107, тем более еще там может быть немножко протянут. Соответственно, очень похоже на снятие стопорей, такую как бы рокировочку. Если закрепляется вот как раз там 43.70, 73.50, соответственно, поддержка и активность агрессора на покупку дадут отличный триггер и вспомогательные сигнальчики на то, что байеры продолжают активно работать на американском фондовом рынке. Ну и, соответственно, рост индекса, соответственно, будет продолжаться. Напомню, что фондовый рынок не только США, но и европейских стран в целом благоприятно как бы инъекцируется потребительским кэшем перед новогодними праздниками. Рождество, подарки, праздничные столы, фуршеты, праздники, корпоративы. Это все дает просто колоссальный вот эффект кэша, который вливается от потребителя в экономику. Производство и сектор услуг, транспортировки, все работает в эти новогодние праздники. Это огромная традиция на всю планету, она распространяется на другие страны, даже те, которые не отмечали так шикарно и так масштабно. Ну, в целом, как бы, этот способствующий росту, фундаментально, ну, как бы, подтверждающийся процесс уже наблюдаем раз с 2008 года. Какая бы ситуация вокруг на планете ни была, война, смена власти, рост акций, рост индекса S&P, и не только, уже в последнее время можно смотреть и европейские индексы перед Рождеством, Черной пятницей, когда супермаркеты делают скидки и все начинают тратить кэш на барахло, которое не нужно было, но вот почему бы и не купить, и, соответственно, это все дело отлично спонсируется потребителем, и рост, как бы, по сути, мы спонсируем, поэтому чем больше вы потратите на эти праздники, тем больше будет идти рост, соответственно, мы можем отлично разместить позицию на buy. То есть вполне может быть, что уже начинается с 1 октября, но обычно там чуть-чуть позже, где-то с ноября так стабильно идет неделя за неделей рост. То есть неделька, 2-3 стабильного роста можно просто запрыгнуть и прокатиться, получить бонусы перед новогодними праздниками. Не забудьте потом в комментариях написать спасибо, если вы забрали свою часть. Соответственно, в сценарии я рассказал, у нас VWP в районе 43.80, и дальше уже идет там, если будет все-таки рост, 44.30, 44.50, потенциально вполне могут толкнуть дальше. По дельте у нас получается 4 сессии на шорт, они как раз и были на снижении, и пятница реверсирует обратно. Но нужно пробить вот этот уровень 43.70, вернее 43.50, по 43, да, 70, все правильно, вот этот диапазон. Вот этот уровень сопротивления, который нужно обязательно пройти. Вот 56 по 65, если быть точным. С вами был Миша Лемак, всего хорошего, до свидания, пока.